Акция «Георгиевская ленточка» стартует сегодня в Самаре во всех 9 районах. Волонтеры раздадут 5000 георгиевских ленточек. Расскажут самарцам об истории этого символа и о том, как его правильно крепить. Даниил, расскажите нам и нашим зрителям, как правильно ленточка крепится. Например, можно ее просто буковкой «В» сложить. Крепим на левую сторону на лацкан пиджака, как бы это ближе к сердцу. Георгиевская лента появилась в 18 веке вместе с орденом Святого Георгия, высшей воинской наградой. По цветам она соответствует ленте к медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Сегодня она стала символом памяти. Наверное, почти каждую семью коснулась эта беда. Да, да, да. И тоже дедушка прошел всю войну. Есть кто-то фотографии. Кто-то. Хорошо, что есть такой символ, что каждый может носить, гордиться, помнить, объяснить своим детям. Сегодня в разных уголках города более сотни волонтеров предлагают самарцам повязать георгиевскую ленту. 22 апреля – это единый день старта данной акции во всех регионах страны. Ленточки будут раздаваться на всех ключевых праздничных мероприятиях, проходящих на территории города Самары. Всего до 9 мая волонтеры раздадут более 35 тысяч лент. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.